Алло, мам, привет, это я, жена. Привет. Я нахожусь сейчас в плену. Вот. Со мной все хорошо, со мной обращаются нормально. Вот, не переживай, все хорошо. Вот, я не переживай. Прошу тебя забрать меня. Вот меня отдадут лично тебе. Тебе, отцу, не знаю. Вот. Обратись в комитет матерей солдатских. Вот. Расскажи, как было по-настоящему. Что тут происходит? Да, хорошо все. Не знаю. Нет, наверное, нет. А как мне с тобой связаться, господи? Это я не знаю. Я думал, будет возможность, дадут позвонить. Расскажи, что ты делал в Украине. Вот. Сынок, я сейчас буду пытаться сделать что-то. Вот, на Украину нас отправили. А где ты? Ну, скажи, для чего отправили на Украину? Отправили нас. Воевать с мирным населением. Сынок, куда тебя забрать? Скажи, откуда? Я должна знать, куда, что. Пока я сам еще не знаю, где я сейчас. Расскажи за события. Вот. В смысле, ты не знаешь, где? Ну, точно не знаю, где я. Скажи, вот. Мирное население бомбят. Я не знаю. Я Павлов Евгений Андреевич, 28.04.99 года рождения, гражданин Российской Федерации, военнослужащий 10-й бригады специального назначения, 1-я рота 1-го отряда, 1-й группы, ефрейтор, разведчик, должность. Прошу прощения за убийство мирных граждан российской армии на территории Украины. Хочу попросить мать забрать меня отсюда, чтобы она обратилась в комитет матерей и забрала меня. Я Ключенков Владимир Петрович. Родился 25 ноября 1997 года, Оренбургская область, поселок Совхозный. Военнослужащий по контракту, разведчик, 10-й. Отдельная бригада специального назначения, базирующаяся в город Краснодар, воинская часть 51-532. Обращаюсь к мирному населению Украины. Я очень сочувствую и сожалею о том, что военнослужащие российской армии, включая в том числе меня, пришли на вашу землю под обманом нашего президента, дабы вас защитить, но на самом деле это все не так. Я обращаюсь ко всем военнослужащим. Пацанам, пацаны, уходите с этой земли. Это не ваша земля. Тут я хоть и в плену, но мне открыли глаза, что не надо здесь находиться и убивать мирное население. Все. Так что сворачивайте все свои эшелоны, конвои, и просто уходите к своим семьям, к своим родителям, любимым, детям, пока тоже кара не настигла вас. Все. Алло. А Вадю можно? Разбуди, скажи, малой звонит. Скажи, малой звонит. Срочно. Алло. Алло.
Алло, Вадик, слышишь меня, брат? Здорово, брат. Я сейчас в плену в Украине нахожусь. Слышишь? Да. Позвони маме, скажи, что все хорошо, то есть жив-здоров, со мной нормально обращаются. И скажи, чтобы она обратилась в Союз матерей военнослужащих, или как там, брат? Чтоб меня отсюда вытянули. Принял? Нет. И... Слышишь? Алло. Алло. И это. И, короче, брат, еще такая просьба, максимально, ну, не знаю, там, репост или как-нибудь что-нибудь сделать, чтобы пацаны, которые шли, ну, в сторону Украины воевать, задам. Просто это все ложь и провокация, брат. Я это только здесь понял. Нас просто как пушечное мясо, брат, отправили. Надо максимально пацанам сказать, всем, кто служит, не служит, без разницы, в разные города промкнуть, чтобы сюда даже не думали идти. Это моя просьба, брат. Сможешь сделать? Хорошо. Все, братишка, давай, тебя обнимаю, целую.